Перед просмотром обязательно влепите лайк, те, кто смотрит сейчас меня на ютабчике. Устраивайтесь поудобнее, давайте ценить истинно четкий эйюм. А также хочу поблагодарить своего спонсора GTA 5 RP. Это 100% лучший сервер, на котором ежедневно играют более 10 тысяч игроков, регулярное обновление, внимание каждой мелочи и насыщенная ролевая игра. Ты можешь быть кем угодно, пожарником, полицейским или даже бандитом. А по моему промокоду получаешь 12,5 тысяч долларов на свой счет, так что обязательно заходи по ссылочке в описании. Регистрируйся, скачивай игру и погнали катать. Я так понимаю, что то выражение звучало, если бы оно звучало по-русски, то я думаю, вы понимаете, какое бы слово там было. Да, представиться? Да, да. Нет. Косяк Павел Александрович. Ты неправильно слово пишешь. Имя, фамилия? Косяк Павел Александрович. А, сейчас косяк реально. Да. Может, другого увидеть? Хорошо, с фамилией повезло. О, бля! Ой! Мне платит, 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 платит. Да, я скинула Джуси на свою Джуси фронталку. Да, Джуси цыганка, да, Джуси цыганка. Моя жопа, она прокачка, моя жопа в Джуси. Любители касаться лицом женских половых органов рискуют получить заражение гонококком, поражение глаз и слепоту. Ладно, давай. Знаете, взаимопонимание между мужчинами происходит. А, я понял. Или я неправильно понял? Есть люди. Такие, например, как Александр Сергеевич Пушкин, знаешь такого? Угу. Владимир Маяковский, Артюр Рембо. Знаешь, что всех объединяет? Фамилия. Исе, Эса, Иселуа, Эли. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Где деньги взять? Слушайте, а у меня один вопрос, а когда я последний раз наличку держал, я даже не могу вспомнить, когда я в руках последний раз деньги держал, вот так вот бумажные. На-на. Кстати, вас интересовало, где же я монтирую ролики? Меня интересовал мой сердечный приступ, когда он у меня произойдет. Пробовал борщ. Недоготовленная пастировка. Я ему хотел прям в ебучку эту тарелку кинуть. Я хотел спросить у него, где его образование повара. И где он работает, в какой харчевне, блядь. В подвале дядя Шота. Блядь, что это за передача? Не, ну, блядь, мне понравилось. Пацанки. Слушайте, может посмотрим, как что-то постоянно, кстати, замечаю, что все обзоры на них делают. Ставьте плюс, короче, если хотите. Нормально, нормально, нормально. Баран рыгнул сейчас или реально бегнул? Отгадай мою загадку. О, легенда. Ну давайте загадывать. Кто там написал? Моя загадка. Один глаз на нас, другой на Кавказ. Что это? Да блин! Школа немецкого машиностроения. Потому что если я сейчас закрою дверь, видите, где у меня сейчас лежит рука. У меня рука прям лежит вот так. То есть, если бы мы ехали в какой-нибудь японской машине, моя рука была бы где-нибудь вот здесь. Да,
Well, it did hit you. Yeah, yeah, yeah. You want to try? Yeah, give me a try. Give me a try. All right, ready? Take a seat. All right, grab the ball. Hold it up to the tip of your nose and release it. Мне кажется, он на своем лице может просто всю жизнь зарабатывать. Знали, что эту бумажку от чипсов можно обратно запихнуть в крышечку, и чтобы не было видно, закрыть. Ой. Слушай, родная, куда ж ты так торопишься ты? Damn, bro. I think there's something out there. Бля! Слушайте, сейчас крипово был на самом деле. Наконец-то. Давно пора. У тебя там слой пыли толщиной в сантиметр. Я больше угарнул с его лица. I can't even cry. I have no voice box. Слушайте, когда-нибудь она рано или поздно его пришлепнет. Это произойдет. Hey, you. You're finally awake. You were trying to cross the border. Нормально. Нормально. Все, до свидания. Эй, испердавай, петух, нахуй. Курица. Проблем курица? Эй, пошел нахуй отсюда. Проблем курица. Ты че нахуёбываешься, а? Ты чё выёбываешься? Вот так-то... Интересно, это у него была поза защиты или поза атаки? Лучше. Виталя, ответь на вопрос, потом можешь меня посылать? Ну? Ты собираешься качать интеллект? Где, в игре? Или где? В игре нет. В жизни тоже. Мне один раз батя так нырнул и пробил себе зуб. Хотя никогда не пей фиталакс для похудения. Я выпила вчера фиталакс для похудения и сейчас ехала с работы и в пробке прям в машине похудела. О, здрасте. А с ноги можно въебать? Да въеби, конечно. Сука. Геликоптер, геликоптер! Паракопер, паракопер. Чтобы не вытирать каждый день пыль, я стелю на мебель пищевую пленку. И когда пыль накапливается, я меняю пленку на новую. А ту, что испачкалась, я стираю в стиральной машине. Сушу, глажу и использую повторно. На какую-то секунду я хотел воспользоваться этим лайфхаком, на самом деле. Потому что я задолбался вытирать свою полку каждый второй, третий день, а просто гора пыли на ней. Thank you.
Ребята, вы знаете, как в частном секторе, либо в деревне определить, какой дом армянский? Ну, если вдруг не знали, то... Артём! Здорово, братан, я тебя заждался! Проходи, давай! Ёлки-палки, а чё он такой какой-то хогвартский? Проходи, мы уже тусуем, давай! Надо зайти. Кто ты, воин? Ахиллес. Сын Пелея. Ахиллес. Братан, что случилось? Это охрана Хасбика. Разраб сидит такой, в жопе пальцем ковыряет. Извините, конечно, если я кого-то задел, обидел. Подостает пальцы, вот так щелкает. Ерор. Муза. Опа! Пиздец! Мастер of Germany, his first attempt in the javelin in the F41 category. And he's hurled that one. Well, well. Кто это? Секундочку еще. Germany, his first attempt in the javelin in the F41 category. And he's hurled that one. Well, well. Кто это сделал? Кто это сделал? Кто Опа! Это сделал? Я не Кто понял. Это сделал? У меня бас-буст этот просто пробил, по-моему, правую по перепонку. Прямо. Послушаем, что они там говорят. Так, послушай, что говорят ребята. Ладно, Валер. Наши ребята, приятно слышать русскую речь. Head and Shoulders заряжает свежестью, которой все не под... Мне аж прям даже немножко жалко ее слышать. Техника призыва. Как выйти теперь? Дверь меня блокирует. Это легендарный мем. Пам-пара-пам-пара. Приветствую смотрящих. Мне не рассказывали про то, что ко мне придет принц и меня полюбит, подарит мне туфельки на белом коне. Нет. С детства мне говорили, все в этой жизни, чего ты хочешь, ты должна добиваться. А кто умеет читать по губам? Что он сейчас сказал? Сама. Если посмотреть на обувь сверху и включить фантазию, можно увидеть характерные усы и косую челку. Линии складываются в узнаваемый силуэт массового убийцы Адольфа Гитлера. Получается, лидеры нацистов замаскированно прославляют в кроссовках. Ай, блядь! Слушайте, это реально, это РЕН-ТВ, да, сейчас было, если не ошибаюсь? Вот там реально такие новости, прям подряд все идет везде, у них какие-то заговоры. Девочки, вы упали. Девочки, вы упали. Жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Сука! Я знаю, что тебе не сложно, а мне будет вдвойне приятно. Поставь палец вверх и напиши что-нибудь в комментариях. С тобой был снова я, Тим Мацони. До новых встреч!